Здравствуйте, Екатерина. Мы рады приветствовать вас в Аюрведа Бхаван. Скажите, пожалуйста, поделитесь вашим опытом в нахождении в нашем центре. Добрый день. Это был мой первый опыт Панчакарма. Но теперь я могу уверенно сказать, что не последний. Потому что те ощущения, которые тебя сопровождают по ходу прохождения Панчакармы, то чувство, которое ты увозишь вместе с собой, оно ни с чем не сравнимо. Я думаю, что оно, конечно, у каждого свое, у кого-то более энергичное, у кого-то более спокойное, но то, что ты становишься больше самим собой, это однозначно. Спасибо вам большое, Екатерина. Мы желаем вам хорошей дороги домой. Спасибо большое. Ждите в гости.